На середину! Товарищ руководитель гражданской обороны Узловского района, парад юноармейцев в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построен! Командующий парадом подполковник запаса Меметов. Здравствуйте, товарищи юноармейцы! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Вольно! Молодцы какие! Уважаемые жители города Узловая, убедительная просьба взять маленьких детей на руки, не выходить на площадь, будьте внимательны. Далее будут использоваться имитационные средства. Опа. Ни одно государство в мире не обходится без подобной структуры. Воюем за твою свободу, они ради званий. Родные так и не узнали, чем таковы стали. Пацаны стали, что штурмуют здание. Они пошлёшь на здание, видишь, когда... Показательные выступления демонстрируют воспитанники военно-спортивных патриотических клубов «Гвардеец», город Узловая, «Страж», город Тула, объединение десантных клубов Тульской области. Показательные выступления демонстрируют многостороннюю подготовку воспитанников, дисциплину, умение слаженно работать в команде. Осваивают приемы рукопашного боя без оружия, ножом, с автоматом.